передайте, еще 4 грамма. Так. Итак, приглашаем Наталью Рубцову. Наталья Рубцова, и готовится Дмитрий Агиров, да? Вот, пожалуйста. Вы вместе, да? Сейчас пройдет. Так, ну по наиболее знаковых фигур логоса и вообще русской культуры Литвы. Итак, Наталья Рубцова. Спасибо. Я очень рада вас всех опять увидеть. Перед отъездом в понедельник мы уезжаем. Такой Латвия и Эстония, и там предвидится несколько концертов. Так посчастливилось, что я как раз попала, думала, что мне не удастся. И сегодня я хочу просто свои стихи вам спеть. Но хочу перед этим представить автора музыки Дмитрия Осипова. Диалог. После Петербурга, который для меня это просто сказка, а не город. Я думаю, для вас тоже. Подвальчик людинский, сколько чувств.
свитер и разбитый бокал, не верайся мосты. На рассвете гуляка, покинувшим бал, кто послал тебя Богу тоскою собачьей? Вот и наш балкон средь пробоев и жгут почищенный взгляд жизни бродячий, потащился с котомкой его западню. Нет, нет, не надо, не съем. Это больно и пошло. Выжимаете кисть не для танца совсем. Наши пан и криоли теперь уже в прошлом. И зачем вам ладошка? К чему и зачем? Валерий Зубаков. Это один из тоже очень своеобразных, своеобычных, очень культурологически насыщенных представителей русской культуры, русской литературы Литвы. И для нас Валерий Зубаков, ну, совершенно бесценная часть нашего литературного бомонда. Значит, и не только потому, что он пишет замечательные стихи, но и потому, что он замечательный фотохудожник. Да. Вот. Итак, Валерий Зубаков, пожалуйста. Спасибо. Готовится Вера Свинцова. Конечно, этих хороших слов не заслужила половину. Заслужила. Два коротких стихотворения. Все, чего так хотелось, сбылось, но не так, как хотелось. По-другому жилось, запоздалая смелость заменила надежды судьбой. Шел я к цели дорогой прямой, оглянулся, не видно начала. Знать прямая дорога петляла, и желание прошло стороной, не узнал. Время так изменило пути, ни конца не найти, ни начала, ни себя на пути не найти. Пока молчат мои уста, и мой рассудок внемнет слову,
и сон души вверяет злобу и белизну, и страх листа. Пока мне льют колокола и гнут изгибы духовые, слова стоят, как часовые, и руки прячут в рукава. Егда раскинет крылья год, и речь окрепнет молодая, как князь, затеявший поход, от сил своих изнемогая. Пойду росой твоих садов, где каждый шорох, как прозрение, внять смыслу твоего творения, в его дыхание и движение, и шелест пробужденных слов. Спасибо. Благодарим Валерия Зубакова, Вера Свинцова. Ну, пока Верочка идет, мы все, конечно, ее знаем. И прежде всего тем, что это как бы, ну, душа нашего, особенно кулинарного искусства. Вот. И мне больше всего понравилось, что когда мы только начали организовывать, значит, покрова, ну, тогда еще приезжало очень много людей. И потом мне говорили, ну, конечно, фестиваль хороший, поэзия хорошая, но кулинария гораздо лучше вашего фестиваля. На закуски. Да, да, да. Итак, Вера Свинцова, город Каунас. Готовится Нина Кижи. Так, немножко расскажи, а то мне дошелся еще лучше. Дорогие поэты, гости, поздравляю вас с праздником, фестиваля. Само название говорит само о себе. Многоречивое видение. И как же прекрасно, как приятно, что здесь слышны голоса, речь очень многих народностей. Очень приятно. А чувствуете, какая сила присутствует в этом маленьком дворике? Сила наших сердец, сила единства, то, что мы собираемся. Спасибо всем праздникам. Я во время, как в озеро, холодочком щекочется. Обессилели ноженьки от испуга, дрожа. Что-то мы недопоняли. Пили воду соломинкой, забивали пригоршнями грозовые сада. Я во время всей пяткою, ощущая податливость, ведь меня понимает, ах, не спрося, не глядя, я во время, как озеро. Пусть не гоже пригожее, пусть не очень-то можется, я во время сама. Верочка! Благодарим нашу Верочку. Приглашаем Нину Хижи и готовится Людмила Алевсон Церени. Потом будет Людмила Интеева. Нина Хижи наш такой глубокий, глубинный лирик. Очень тонкие, очень лиричные стихи. Пожалуйста, Нина. Два коротких стихотворения об уходящем ветре. Да? Строчки для моря. Я бродила вдоль по линии прибоя, подбирая подходящие слова. Сочинить пыталась что-нибудь такое, чтоб у моря закружилась голова. Восхищенная волна бросает пеной, оценив мои старания и труды, так неистово и так самозабвенно целовала на песке мои следы. Час свидания, к сожалению, недолг, было явственным дыханием сентября. На прощание, как души морской осколок, мне подарил кусочек янтаря. Ну и второе стихотворение «Лето про запас». Его я не помню. Закрутила консервы из лета для грядущей зимы про запас. В банке с крышкой лучики света, золотистый ромашковый глаз, земляники душистая сладость,
изумруды росы на листке и цветение, пышная младость, след букашки на мокром песке. И про пение птиц не забыла, стратегический полон запас. Утром солнце вальяжно всходило, не заря, а малиновый квас. Разливалась рапсодия света, и мечталось, как зимой будет пахнуть консервное лето зноем, радугой и синим. Благодарим Нину Тижей. Приглашается Людмила Алексон-Цареня. Готовится Людмила Интеева. Я прочту за стихотворение о море и о женщине. О женщине! Каждая женщина словно весна, чья-то надежда и чья-то мечта. Каждая женщина чье-то тепло, вечное счастье, с кем в доме светло. Женщина – музыка, солнышко – свет, добрая муза и нежный рассвет. Женщина – песня и чья-то любовь, чья-то загадка и радость, и боль. Каждая женщина – чей-то букет, чье-то спасение, чей-то секрет, чье-то блаженство, чей-то шедевр, чья-то награда и чей-то удел. У моря мысли, взоры, разговоры, солнце, море, берег, пляж, небо синь, седые горы, прочий дивный антураж, взрыв эмоций, шум прибоя и соленый ветерок, крики чаек без покоя, райский чудный уголок, царство света, драйв, раздолье, тишина, рассвет, закат, голубая даль, приволье, все несет душе заряд. Гладь морская, косогоры, радость, счастье, чувств поток, безграничные просторы, вольной волюшки глоток. Браво! Так, благодарим Людмилу. Вы видите, что это тоже яркий представитель нашей русскоязычной диаспоры. Итак, пожалуйста, 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 Людмила Интеева. Готовится сладение, потом Навроцкий. Владимир Кольцов Навроцкий. Добрый день. Да, сладение готовится. На литовском языке прочту вам стихотворение. Литва гемтиня. Литва гражус и мелас краштас. Апсуптас киту шалю рату. Срауниос упес рейжо жаме мусу. Пуаще гражус эжерей, упялей и лукай. Ностабус мишкай апвайникоя. Пасивайщити, пайльсеть вилёя. Tankios žalios gyrios saugo kraštą, mes privalom jį brangyti ir saugoti. Norėčiau išvaikščioti gimtinės takus, papuošti rūtų vainikų, didvyrių kapus, pasilenkti, nevalia jų pamiršti, jie žuvo gindami Lietuvą mūsų. Priklupt prie kiekvienos bažnyčios, apglėpt visą mylimą šalį, kiek lėsti, žalioja, per amžius gyvoja, privalome saugoti ją mes. Ну, теперь на современную тему. Население меняется. В городах ты поброди и на лица посмотри. Ты увидишь здесь иных, не признаешь в них своих. Ну и еду к нам с Украины, Китая, с Турции, Афганистана, из Румынии, Ирана. Иностранцы наступают, а наши дети уезжают за границу, за деньгами. Улучшить жизнь желают, другую жизнь видят там и возвращаться не хотят.
Так идет обмен людей, смена наций и друзей, и привычек, и страстей. Кто-то быстро уезжает, кто-то быстро к нам езжает. За страну душа болит. Кто бы все тут изменить, как бы все тут изменить, всех людей объединить, традиции наши вернуть, чтобы люди стали дружно жить. И далее будем в следующий раз давать Спасибо. Так, наш фестиваль переходит в завершающую фазу. Они потом, может быть, заключение? Да. Финал. Или вы хотите сейчас? Я не знаю, как хотите. Как она куда-то убежала? Она за водичкой побежала. А, ну ладно. Ну давайте мы сейчас быстро. Хорошо? Да. Потом вообще позже. Итак, значит, сейчас прозвучит стихотворение Алены Кохман «США». Это тоже вот очень интересная история, потому что Алена, она родилась в Белоруссии, выросла в Баку, и ее мама, бабушка ее по отцовской линии, когда она была маленькой девочкой, постоянно привозила друсененькой на летний отдых. И вот эта маленькая девочка усвоила литовский язык, сейчас она проживает в США, в городе Атланта. Но ностальгия по Литве, вот у нее осталась, и любовь к Литве осталась. И вот когда она волею судьбы приехала в Литву, и когда она побывала на наших мероприятиях, и когда она прониклась нашим духом, она поехала в Атланту и организовала там свой литературный клуб, который называется «Краски жизни». И этот клуб, он очень там популярен. Все вытащили из столов свои рукописи на русском языке. В основном, конечно, это евреи. И вот эта вот еврейская диаспора в Атланте, она очень крупная. И там вот они собирают по 90 человек. Вот последнее вот было буквально 2 недели назад, 90 человек. Фотографии видели, да. Вы можете найти в интернете, если вот. Алена Кохман. Да, знаю. И, значит, чтобы она у нас, так сказать, участвовала, я сейчас прочитаю. «Живи, Ромашка». Лично мне нравятся ее стихи такой, ну, невероятно, я бы сказала, девичьей непосредственностью. Лирические. Девичьи, хорошо. Слушай. Не учи ученого. Итак, живи, Ромашка, я и так все знаю. Кто любит, кто не любит, мне известно. На лепестках твоих я не гадаю. Любовь огромна, ей в ромашке тесно. Молчи, кукушка, я и так все знаю. Мои года подарены судьбою. Твоих ку-ку, поверь, я не считаю. Живу с улыбкой, верой, добротою. Допит мой кофе. Я и так все знаю, в кофейной гуще мне и в чашке пусто. Гадать не буду, а налью до края коктейль и счастье с примесью безумства. По-моему, все женщины сказали, что это им очень близко. Итак, значит, у нас в Каунасе есть литературная студия «Пайтагра». И вот было недавно, несколько месяцев назад, было заседание, которое было посвящено юбилею Константина Бальмонта. Ну и вот сейчас я тоже, как и Валерий Иванов, прочитаю текст стихотворения Константина Бальмонта и потом свою литературную импровизацию. Здесь много стихов, но я не буду вас, так сказать, утомлять. Только одно стихотворение. Вот Верочка и Лайма свидетели, это все звучало вот на поэтограмме. Приезжайте к нам. Да, приезжайте. Из Вильнюса приезжают постоянно люди. Несколько человек. Каждый месяц. Плохо приглашали. Да, какой день? Сейчас будет 25-е. Августа, Марина Цветаева и современность. Итак,
Константин Бальмонт. Я изысканность русской медлительной речи. Я изысканность русской медлительной речи. Предо мною другие поэты предтечи. Я впервые открыл в этой речи уклоны, перепевные, гневные, нежные звоны. Я внезапный злом, я играющий гром, я прозрачный ручей, я для всех и ничей. Переплеск многопенный, разорванно-слитный, самоцветные камни, земли самобытной, переклички лесные, зеленого мая. Все пойму, все возьму, у других отнимая. Вечно юный, как сон, сильный тем, что влюблен и в себя, и в других. Я изысканный стих. И импровизация Эляны Собей. О, как же поэт эпатажен, о, как же неподражаем, о, как он взрывает каноны, о, как он, однако, не скромен. Он будет трудиться неистово, стихи, эссе, прозы и письма. И славу он знал, и забвение, хвалу и хулу откровенные. Он был возносим и осмеян, он был одержим своим делом. И все-таки светослужение есть кода российского гения. Спасибо, пожалуйста. Не убегай, вот тебе все самые красивые цветы. Ну ладно, если самые красивые, тогда хорошо. Еще тебя грамотами не удивишь, но в честь твоего покрова, благодарность тебе за твой подвижнический труд на этой ниве, вот тебе присутствие непостижимой силы в прозе. Когда-то мы с тобой сделали в поэзии, сейчас есть в прозе. Хорошо, это, конечно, да, для меня большая честь, я очень благодарна, я рада. Картина Володи поставила. Да. Да. И послушай, ты обещал, что наконец-то когда-нибудь придешь на Покрова. Вот сейчас будет 10-й фестиваль, это будет 16-го. Октября, так что я тебя жду. И только мне не говори, что ты работаешь. Я только на юбилейный хожу. А, это и есть юбилей, 10 лет. Хорошо, спасибо. Пожалуйста, Владимир Кольцов на Бродске. Она, подойди, нас с тобой хотят сфотографировать. Давай поближе. Все. Спасибо всем. Еще подойди вот сюда, смотри. Молодец. Наблюдательно. Вот я еще хочу попросить книгу у тебя. Да. Мы закончили антологию русской прозы Литвы. Несколько лет это издание готовилось. Но как же не упомянуть? Я просто не мог принести, потому что физические силы безграничны. Вот это последний, 8-й том. Спасибо, принесла, значит, Лиля. Да. В нем только, навскидку, по-моему, около 40 поэтов, разноплановых. Мы гордимся, что вот, допустим, Александр Лысов много лет возглавлял русло. Я нашел его только в библиотеке республиканской научную работу. Ну и поместил, потому что он поэт больше был, а прозаических произведений вообще было очень мало. Тут горжусь тем, что я нашел Шишков, автор такой петербургский, который вспомнил в своих произведениях, он о Борисове писал. Ну, вспомнил Агафонова, потому что и как они в Вильнюс приезжали, да, и вот эти вот кусочки сюда вошли. Ну, это труд не одного Кольцова, это труд всего Логоса, каждый в меру сил и способностей, значит, участвовал в этом издании. И так уж повелось, что очень трудно было уговорить некоторых людей написать вступительные статьи. Пришлось самому тогда написать последнему тому. Но я этот том должен иметь каждый член Логоса, а еще лучше каждый культурный человек, потому что здесь все члены Логос перечислены в последней этой вступительной статье. Издание хорошее, конечно, мизерным тиражом, но в библиотеках оно будет, в республиканской есть, в Мицкевича будет. И
конечно, оно на новое поколение рассчитано, поэтому по школам, по приходам. Михнова последний раз, вот с Еленой Петровной мы ездили в Михнова, и с Людмилой Хорошевой, ну, представители нашей литературной общественности. Михнова отвезли эти 8 томов и все остальные книги, которые ну, в той общине будут не лишние. Поэтому я прошу извинить меня, готовя эти вот... Совсем не было времени уделить поэзии. Но я прочту одно старенькое свое, старое свое стихотворение, которое уже звучало в этих стенах. В стародавней Вильне по большой погулянке до Троцкой спущусь, по Завальной пройду до Рудницкой, по Страбрамской Мадонне перекрещусь и святухом мощам монастырским, поклонюсь трем крестам, забелевшим вдали, освещающим город покоем, на горе у Вильи флаг над башней стоит, хранит сны Литвы от моря до моря. Куполок Параскевы и Аннушки шпили, 5 веков ведут разговоры. Этот город храним благодатью святым и крестами церквей и костелов. Ну вот, спасибо за внимание. Спасибо большое, что пришло на фестиваль. А сейчас мы предоставляем слово Наталье Рубцовой, украшение, одному из украшений этого фестиваля. Елена, после фотографии вообще. Спасибо. К сожалению. Вау, Инги Моши. К сожалению, потому что очень много везти в старый город невозможно. Мы и так машину там поставили неизвестно где. Путник. Ну, одна из моих последних стихов, которые легли на прекрасную музыку Дмитрия Осипова. Где пена
Одно я написала, я к тебе не приду и не сяду в уютное кресло. А сейчас потом мне сказали, ну слушай, ну что ты все время пишешь такие вот грустные вещи? Давай ты напиши такое что-нибудь, что позитивное. Ну я написала, что я приду к тебе. Такие. Мажор. Да, мажор, да. Не срывай на рассвете цветы.
Бывший член Государственной Думы. Александр Федоров,
Вот, это будет заключительный аккорд. Мы, дорогие, благодарны всем, кто пришел. А мне одну даже. Слушайте, значит, заключительным самым красивым аккордом будет наша дорогая Елена Бахметьева. Вот, видите? Украшение наше. Вот, да. И вот тот смысл, который мы вкладывали в этот фестиваль, всечеловечность. Вот я думаю, что этот смысл вошел в глубины сердец каждого из нас. Итак, благодарим всех и два заключительных аккорда. Знаете, в наше такое непростое время уже одно то, что русский язык звучит в таком месте, это уже много значит. Я вам скажу, что для этого, чтобы сохранить нашу русскую культуру, а она в принципе общечеловеческая, она в принципе всемирная, ее сейчас пытаются унизить, запретить, но времена меняются, у них живут и умирают, как говорится. Так что дай нам Всевышний сил и возможностей. И все будет хорошо, как говорил кот Леопольд. Давайте жить дружно. У меня вопрос к публике. Вы заметили, что все, кто выступали, были очень красивы, и женщины, и мужчины. Почему? Потому что творчество делает человека красивым. Я получила колоссальное удовольствие. Спасибо всем, кто выступали, и спасибо всем, кто пришел на этот фестиваль. Спасибо. И кто организовал? Да. А теперь я пишу. Да. Послушайте, дорогие, общее фото, пожалуйста, все.